Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких туфелек. Я думаю, они понравятся вам и подойдут. Вяжутся они довольно просто, и я вам подробно об этом расскажу. Не забывайте, друзья, что все видео и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны, поэтому если сейчас вы смотрите это видео, еще не подписавшись на канал, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопку «Подписаться», на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну а мы начинаем наш мастер-класс. Для вязания нам понадобится в первую очередь, это, конечно, подошва. Я подобрала вот такую подошву, это подошва Вита называется. Здесь пробитое отверстие на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. Вязать буду на 36 размер. Пряжа 100% коттон. Это пряжа английская, очень хорошего качества. Ровная такая ниточка, 215 метров на 100 граммов. И крючок рекомендуется 2-3 миллиметра. Сейчас я выберу крючок все-таки 2,5 миллиметра, вот такой. И начинаем с обвязки подошвы. Первый ряд установочный. Обвязываем подошву от центра подошвы. Отсчитаю сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 отверстий. В 11 начинаю вязать. Если посчитать по петлям, каждое отверстие буду провязывать по 3 столбика, значит, это будет 33 столбика от центральной петли. И начинаю обвязывать. В каждое отверстие провязываю 3 столбика без накида. Первое отверстие 1 столбик, и в следующие все по 3 столбика до конца ряда. Когда мы дойдем до конца ряда, то там, где у меня был один столбик в первом отверстии, я довяжу туда еще 2 недостающих и закончу ряд в 11 этом отверстии. Вот 3 столбика в каждое отверстие. 1, 2, 3. Продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда довязали 3 столбика в последнее отверстие. И теперь в первое довязываем еще 2 столбика. 1, 2. Третий мы провязали в начале. И теперь в первую петлю в начало ряда соединительный столбик. Воздушная петля подъема. В каждую петельку предыдущего ряда установочного провязываем столбик без накида. В каждую петлю столбик без накида. Провязываем столбики без накида до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Теперь воздушная петля подъема. Вяжем следующий ряд. Теперь опускаемся на ряд ниже и обвязываем как бы оба ряда столбиком без накида. Вот 2 предыдущих ряда обвязываем такими длинными столбиками. Пропускаем верхний ряд и опускаемся во второй ряд. Следим, чтобы у нас не было лишних столбиков. Каждую петельку на ряд ниже. Ориентируемся по нижнему ряду. Вот таким образом провязываем весь этот ряд. Также вяжем по кругу. По 3 столбика вот так над каждым отверстием. Вот. И провязываем вот так до конца ряда. В конце ряда
Довязываем последние, тут у нас длинные столбики из петель на ряд ниже. И в первую петлю соединительный столбик. Воздушная петля подъема и следующий ряд снова обычные столбики без накида в петли предыдущего ряда. Тут мы не опускаемся на ряд ниже. Провязываем столбики без накида до конца ряда. Вот так, двигаемся сюда. И потом второй ряд вот такими же длинными столбиками еще раз провязываем. То есть у нас получается два таких ряда. Обычные столбики длинные, обычные столбики длинные. Вот, провязали мы 4 ряда вот таких. И теперь заканчиваем, провязываем соединительный столбик. Нить обрезаем. Конец нити переносим на изнаночную сторону и прячем вязание. Вот такой бортик мы провязали. Конец нити прячем, опускаем его вниз и спрячем под нити первого ряда. А теперь начинаем вязать перед. Находим центральную петлю. От центральной петли 4 петли вправо. Вот это будет первая петля. И начинаем вязать. Вяжем первый ряд. Первый столбик без накида. Воздушная петля подъема. Накид. Пропускаем одну петлю. Вяжем столбик с одним накидом. Накид, и в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Теперь накид, одну петлю пропускаем, в следующую петлю два столбика с одним накидом. Первый, второй. Пропускаем петлю. В следующую два столбика с одним накидом. Один столбик. И в эту же петлю второй столбик. Провязали 3 пары вот таких по 2 столбика, пропустили петлю и дальше столбик без накида. То есть у нас получается столбик без накида, затем петлю пропустили 2 столбика, в следующую петлю пропустили 2 столбика, петлю пропустили 2 столбика, пропустили петлю, столбик без накида. Вот такая у нас 3 пары из столбиков с одним накидом получилось и по бокам столбики без накида. Следующий ряд. Переставили петлю на маркер, отступили одну петлю вперед и начали вязать. Вот сюда между первой петлей и столбиками без накида провязываем 2 столбика без накида. Не забываем нить ввязываем, которую мы перетянули сюда. Вот между парами из 2 столбиков с одним накидом провязываем по 2 столбика с одним накидом. Между следующими парами 2 столбика с одним накидом. И теперь у нас последнее вот здесь останется перед маркером. Между столбиками и последней петлей провязываем столбик с одним накидом. Теперь второй столбик с одним накидом. Забираем петлю с маркера на крючок. Пропускаем одну петлю во вторую столбик без накида вместе вот с этой петлей последней. Все, провязали. Теперь переставляем петлю на маркер.
Нить протягиваем в начало ряда. Отступаем вперед одну петлю, пропускаем и во вторую начинаем ряд. Точно так же ряды теперь будут повторяться. Столбик без накида, дальше накид и между парами по 2 столбика с одним накидом. Один столбик с одним накидом, сюда же второй столбик. Теперь между следующими парами один столбик, второй столбик. Стараюсь показывать как можно ближе, но я думаю, что вам видно. Один столбик, второй столбик. Между парами следующий один столбик, второй столбик. А теперь заканчиваем ряд. Вот здесь у нас последний осталось. Сейчас я покажу, как здесь я провяжу. Столбик с одним накидом. Теперь начинаем вязать второй столбик и сразу снимаем петлю на крючок. Вот так. И дальше я буду провязывать так. При провязывании второго столбика буду забирать петлю на крючок с маркера и провязывать их вместе. Теперь одну петлю пропускаем, во вторую столбик без накида. Вот. Второй ряд мы закончили, теперь двигаемся дальше, вяжем то же самое. Отступаем на одну петлю, начинаем парами провязывать столбики с одним накидом между этими парами и вяжем так дальше, ну вот примерно на такую глубину. Вот я провязала перед, получилось 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов. 12 рядов, этого будет достаточно для переда. Протягиваем нить в начало ряда и начинаем этот ряд не с боковых, вот не с боковой части, а с первой петли. Вот здесь вот первая, между первой петлей и парой и столбиков, столбик без накида. Дальше идем уже по рисунку. Опять между столбиками с одним накидом провязываем по 2 столбика с одним накидом. Точно так, как мы вязали, только начало ряда у нас теперь начинается с первой петли переда, и мы будем вывязывать уже такой язычок. Провязываем по рисунку 2 столбика с одним накидом между парами столбиков. И доходим до конца ряда. Вот здесь, и также будем заканчивать его не с боковой стороны. Здесь идем по рисунку в конце ряда по 2 столбика без, ой, с одним накидом. Вот тут у нас еще последние пары довязываем. Вот у нас предпоследний 2 столбика с одним накидом. И дальше у нас уже идет там, где мы установили маркер. Сейчас будем вязать вот здесь. Провязываем столбик с одним накидом. Берем вместе с петлей, которая у нас на маркере, этот столбик провязываем. И заканчиваем на этом ряд. Все. Теперь эту петлю переносим на маркер. Возвращаемся в начало ряда. Протягиваем нить. И вот здесь у нас самую первую петлю вот сюда
Вот перед парами провязываем столбик без накида и двигаемся снова по рисунку. Два столбика с одним накидом между парой. Следующие два столбика. Двигаемся до конца ряда. Вот сюда. Здесь в конце ряда провязываем также вот здесь два столбика с одним накидом. Здесь столбик вместе с петлей, которая на маркере. И поднимаемся наверх. Сейчас еще раз покажу, как в конце ряда мы заканчиваем. Давайте этот ряд провяжем еще раз вместе. Здесь все вяжем по рисунку парами. Столбики с одним накидом. Вот, доходим до конца ряда, провязываем последнюю пару столбиков. И теперь там, где у нас вот маркер, провязываем столбик без накида вместе с петлей, которая у нас на маркере. Все, закончили ряд, перенесли эту петлю на маркер, вернулись в начало ряда и провязываем следующий ряд точно так же. И вот так двигаемся наверх. Постепенно у нас будет заужаться вот этот язычок, будет подниматься наверх. Вот видите, мы провязали уже тут 2, 3, 4, 5 рядов. Двигаемся теперь ровно. Привязались, и в эту же петлю, чтобы у нас ровно было, вот там, где мы начали ряд, провязываем столбик с одним накидом. Теперь, чтобы заужения не было, мы добавляем столбик с одним накидом в начале и в конце ряда, и тогда у нас будет ровненько идти. Нам теперь надо поднять ровный верх. 5 рядов мы заузили, а дальше уже будет ровненький подъем. Я думаю, что, наверное, еще 5 рядов мы где-то провяжем вот так ровно наверх. Сейчас покажу конец ряда. Все время двигаемся по рисунку вот сюда до последней, до маркера, где в конце у нас ряд. Здесь провязываем все парами. Вот, теперь мы снимаем петлю с маркера, провязав перед ней еще столбик с одним накидом. Двигаемся дальше. Переносим петлю сюда и провязываем еще 4 ряда. Вот, получилось, мы провязали от переда. Перед у нас 12 рядов.
И вот сюда наверх мы провязали еще 10 рядов. Но я думаю, что этого будет достаточно, потому что еще будет обвязка. Теперь протягиваем нить вот сюда вниз. И будем делать обвязочку. Вот первая петля от переда по боковой части. Столбик без накида. И дальше в каждую петелечку столбик без накида. Идем вот сюда по боковой части, поднимаемся. Вот так ровненько делаем обвязочку, доходим до угла вот сюда. Обвязываем угол вот так. Здесь я петель не добавляю. Я хочу, чтобы угол был закруглен вот таким образом. Он не стянется, все будет нормально, потому что следующие ряды я там добавлю петли, пока вот так сделаю кругленько. Вот. И теперь до следующего угла провязываю угловую петлю вместе с петлей, которая на маркере, и опускаюсь вниз. Вот таким образом. Не забываем вот ту нить, которую мы протянули, чтобы она у нас была вязаная. Вот угловая петля вместе с петлей на маркере, разворот. И дальше продолжаем вязать. Точно так же, как мы вязали до низа. Вот такой получился закругленный язычок. И опускаемся вниз вот сюда, в угол. Здесь в углу дошли до последней петли. По боковой части провязываем 2 соединительных столбика и разворачиваемся на изнаночную сторону. Теперь по изнаночной стороне начинаем вязать столбики без накида со второй петли от крючка. Провязываем. Столбики без накида, но не доходим до верха. Сейчас я покажу, мы будем делать сейчас отверстия для того, чтобы можно было провязать, вдеть туда наш ремешок. Поэтому поднимаемся и где-то на расстоянии 10 петель от верха, 10-11, наверное, петель, мы останавливаемся. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще наверх 3 петли. Значит, вот так, 11 петель. Теперь набираем 8
воздушных петель цепочку. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в девятую петельку провязываем столбик без накида. Все, теперь заканчиваем ряд. Тут провязываем еще петлю, еще столбик в угловую петлю. Теперь в эту же петлю второй делаем закругление и дальше вяжем до той стороны. Точно так же с той стороны мы делаем воздушную цепочку из 8 петель для отверстия с другой стороны. Вот такое у нас будет тут отверстие широкое. Сюда будет вставляться ремешок. Доходим точно так. Вот видите, 2 петли, 3 угловая, здесь тоже угловая, 2 петли вниз и дальше 8 петель отсчитываем. И вот здесь в 9 уже присоединяемся. Все. До конца вяжем столбики без накида. Доходим до угла. По боковой части провязываем 2 соединительных столбика. Крючок завожу с лицевой стороны. Так красивее потом смотрится. И возвращаемся в столбики без накида. Провязываем по всей длине и в том числе вот здесь обвязываем нашу цепочку из 8 воздушных петель. Начинаем со второй петли, вяжем столбики без накида. Доходим до цепочки из воздушных петель. Тут можно двумя способами по ней пойти, или в каждую петельку, ну или просто обвязать. Сейчас последнюю петлю провязываю и просто обвязываю под эту петлю. Один столбик без накида, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Все, 8. И дальше двигаемся снова уже столбики без накида по вязанию. 8 воздушных петель у нас было. Вязали мы 8 столбиков без накида. В угловую петлю мы снова провязываем 2 столбика. И двигаемся дальше на другую сторону, в угловую петлю 2 столбика, опускаемся к воздушным петлям и вяжем точно так же до угла. Доходим до угла на этой стороне и начинаем вязать обвязку. Вяжу рачьим шагом. Это то же самое, что столбики без накида, только я шагаю, видите, в обратном направлении. Вот здесь я сделаю обвязочку на петельку назад. И затем обычный столбик без накида. На петелечку назад обычный столбик без накида. Вот такая красивая получается обвязочка. Рачий шаг. Можно сделать любую на ваше усмотрение. Можно в принципе оставить не обвязанным, просто провязать еще ряд столбиков без накида. Но мне кажется, так будет очень даже симпатично смотреться в готовом изделии. Ну и плюс рачий шаг, он очень плотненький такой, он такой укреплять будет этот язычок, он не будет растягиваться, будет красиво на ножке смотреться. Вот так, шаг назад и столбик без накида. Шаг назад и столбик без накида. Может быть, сначала будет не очень удобно. Ну, я думаю, что несколько вот таких столбиков вы свяжете и очень легко приноровитесь. Довольно известный шаг обвязки, рачий шаг, поэтому немножко расслаивается нить, слетает с крючка. Она скручена из многих-многих тонюсеньких ниточек, поэтому иногда
теряется. Вот так обвязываю сюда до низа. Вот, смотрите, как хорошо в готовом уже смотрится этот рачий шаг на обвязке. Все, и теперь мы уже будем вязать пяточку. Вот здесь по изнаночной стороне я буду вязать обычные столбики без накида по всему ряду. Так как мне нужно расстояние от переда до пятки, я провязываю 3 соединительных столбика по боковой части. Вот так провязала. И дальше уже начинаю вязать столбики без накида. Столбики без накида провязываю по кругу до той стороны переда. И сейчас я намечу, до какой петли будет идти вязка. Вот так вяжем сюда. И здесь 3 петли отступаем. Вот там, где мы провязали 3 соединительных столбика с той стороны, здесь 3 петли отступили. Поставили маркер вот до этой петли. Мы будем вязать. Здесь нам нужно расстояние. Вяжем сюда до этой петли, до маркера. Заканчиваем ряд. Разворачиваемся. И дальше теперь вяжем уже столбики. Делаем воздушную петлю подъема и в следующий ряд опускаемся через ряд, вот как мы вязали первые 2 таких ряда из длинных столбиков. Вот сейчас вяжем дальше точно таким узором. Один ряд у нас обычные столбики без накида, второй ряд столбики без накида, удлиненные, то есть из ряда ниже, то есть со второго ряда от крючка. Доходим до этой стороны, довязываем последние ряд. Вот последние петли провязали. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Идем назад. Вяжем столбики без накида. Всегда начинаем со второй петли от крючка, потому что у нас тут должен пойти скос, наклон. Поэтому вяжем со второй петли от крючка. Первую петлю не трогаем. Провязываем до этой стороны. Смотрите, я сейчас хочу сделать немножко загиб пятки. Я думаю, что можно перевязать, в принципе, прямо пятку вывязывать. Но мне кажется, все-таки лучше делать загиб. Я вот здесь сейчас закончу этот ряд на загибе. Вот видите, где пятка заканчивает закругление. Я разворачиваюсь и вяжу лицевой ряд вот такими длинными столбиками. Считаю, вот где-то 5-е отверстие от центра. Вот над ним я остановилась. И теперь буду вязать назад. Вывяжу пяточку. Немножко сделаю наклон пятки. В принципе, на этой модельке можно его не делать. Тут ремешком будет регулироваться натяжение. Можно будет сильнее затянуть. Но все-таки, мне кажется, так будет лучше. Вот здесь и здесь точно так же от центральной петли отсчитаю 3, 4, 5. Вот в пятое, начало пятой. Вот до сюда я буду вязать. Намечу крючком. Ну и сделаю 2 или 3 ряда вот таких. Для того, чтобы немножко пяточку загнуть вперед. Сейчас мы этот ряд вяжем длинными вот такими столбиками. Доходим до маркера.
И здесь возле маркера заканчиваем ряд, разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем обычными короткими столбиками со второй петли от крючка изнаночный ряд, столбики без накида. Проходим этот ряд вот сюда до начала. Вот сейчас поближе покажу, как я заканчиваю. Здесь довязываем последние столбики. Вот последний столбик у нас. Теперь опускаюсь вот в следующий столбик, провязываю столбик без накида, один, столбик без накида, второй и третий. Вот, разворачиваюсь на лицевую сторону. Теперь со второй петли от крючка, вот первая, вторая, начинаю вязать длинные петли. Вот такие столбики, удлиненные, опускаясь на ряд ниже. Ну, я считаю, что в принципе вот таким манером, закругляя пятку, ну, не очень мне это нравится, не очень красиво получается. Но, тем не менее, все равно будет хорошо. По ножке будет лежать лучше. Довязываем сюда до маркера. В конце ряда точно так провязываем последний вот тут длинный столбик. Опускаемся вниз и провязываем 3 столбика без накида. Немножко ушла я из-под камеры, извините. Ну, в общем, я провязала дополнительных еще вот 3 столбика без накида. Разворачиваюсь на изнанку и вяжу изнаночный ряд столбиками без накида. Весь ряд со второй петли от крючка. Вот так. Это позволит немножко загнуть пяточку, чтобы на ножке она сидела более-менее так хорошо, не торчала прямо. Вяжем до конца ряда. В конце ряда довязываем столбики без накида. Дальше переходим на боковую часть. Три. Провязали, разворачиваемся, 3 дополнительных столбика. Теперь снова такими же длинными столбиками, опускаясь через ряд вниз. Один и тот же узор, просто мы вяжем не из предыдущего ряда столбики, а из ряда, который у нас ниже, через ряд. Вот, я думаю, что этого будет у нас достаточно. Сейчас мы доходим до конца ряда. 3 петли вперед провязываем. Двигаемся назад изнаночный ряд и будем идти уже вот сюда. Вот, дошли до конца ряда.
Здесь провязываем 3 столбика без накида. 1. Два, три. Провязали 3 столбика без накида, развернулись и провязываем изнаночный ряд, столбики без накида, но уже вот сюда до переда, где у нас тут начинался ряд изначально. Что-то я вообще не могу настроить. Вяжем изнаночный ряд со второй петли от крючка, как обычно. Двигаемся сюда и продолжаем вязать вот до этого места, где мы начинали ряд. Тут 3 петли у нас и начался ряд. И тут 3 петли тоже мы отступили. Вяжем сюда. Доходим до конца ряда. 1, 2, 3 петли. Разворачиваемся. И дальше уже идем туда-обратно. Так же, как мы вязали изнаночный ряд, обычные столбики, лицевой ряд, столбики удлиненные из петли на ряд ниже. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда разворачиваемся, изнаночный ряд, столбики без накида со второй петли. Двигаемся в обратном направлении. И следующий ряд снова у нас будет из петель на ряд ниже, длинные столбики. Доходим вот сюда. Со второй петли стартуем и провязываем дальше. Вот конец ряда. Заканчиваем, разворачиваемся, вот двигаемся наверх, опускаемся на ряд ниже и провязываем столбики без накида удлиненные. Вот так сейчас будем вязать уже наверх. Всего у нас должно быть, да, вот сюда довязываем, назад столбики без накида по изнаночной стороне, потом удлиненные столбики и так далее, двигаемся наверх. Всего у нас получится, ну вот первые у нас 3, да, было 3 таких вот удлиненных ряда. Первые 2 были, а потом мы вязали уже на убавление пятки, и всего получилось у нас по боковой части еще провяжем, ну, где-то рядов, наверное, 16, чтобы 8 удлиненных рядов было. Вот так двигаемся сюда, вяжем изнаночный ряд, столбики без накида короткие, лицевой длинные. Поднимаемся наверх. Смотрите, вот если мы будем примерять, вот, то мы вот здесь провязываем угловые петли, мы их будем убирать. Вот здесь на углу, где у нас пяточка переходит наверх. И вот так вяжем до высоты вот этого вот язычка, чтобы он сравнялся примерно вот с углом язычка, вот эта пяточка, тогда будет нормально. Все, вот мы провязали еще несколько рядов. Получается 2 здесь вот внизу и от нижних еще наверх. Если пяточку мы 3 ряда, да, тут вязали
на убавление. Всего сейчас вот считаю, получается у нас еще плюс 8 рядов по боковой части, то есть 16 рядов, 8 изнаночных, 8 лицевых. Ну и 6 рядов изнаночных, 3 и 3 лицевых мы провязали на убавление по пятке. Ну а дальше будем приступать уже к вывязыванию ремешка. Вот отсюда же, где мы закончили, начинаем по боковой части провязывать. Вот столбик без накида 2, 3, 3, 4, 5, 6. Сначала мы сделаем ремешок, а потом обвязочку уже вместе с ремешком. 6. Там, где у нас длинные столбики, тяжело протыкается. Вот 6. Я думаю, что достаточно будет 6 петель на ширину этого ремешка. Здесь у меня нить закончилась. Надо обрезать концы лишние. Так, и теперь мы двигаемся поворотными рядами, вывязываем ремешок. 6 петель плюс обвязка, как раз он у нас будет входить в эту. Делаем воздушную петлю подъема и в первую петлю от крючка начинаем вязать. Получается, воздушная петля — это 1, потом 2 столбика, 3, 4, 5, 6. Делаем воздушную петлю подъема. Первая петля от крючка. Начинаем вязать, чтобы у нас ровненько в обе стороны у нас должно быть 6 петель вместе с воздушной петлей и еще 5 столбиков. Не забываем провязывать первую петлю. И последняя угловая. Вот так. Вот она, шестая у нас будет. Одна воздушная петля подъема и затем еще 5 петель. Всего должно у нас 6 столбиков получаться. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Первая петля от крючка. Это будет второй столбик считаться. Третий. Четвертый, пятый, шестой. В угловую вот сюда петелечку. 6. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. И снова. И вот таким образом вяжем на необходимую длину. Длина должна быть какой? Ремешок должен заходить в зависимости от подъема, какой он здесь будет. Вот сюда заходит. Здесь лучше примерять на ножку. Выходит с этой стороны, и он будет заканчиваться петлей, которая будет застегиваться на пуговицу. Можно сделать какую-то другую застежку, но я буду делать пуговку. Вот так. Вывязываем. В конце под пуговку 5 воздушных петель подъема и присоединяем эту цепочку к противоположной стороне. Соединительным столбиком. И вот сейчас уже можно будет здесь нить обрезать. Закрепляю ее и обрезаю. Все, потом, когда будет обвязка, мы уже укрепим это все обвязочкой. А сейчас мы закончили эту сторону, и надо будет сделать теперь обвязку по всей вот этой
площади, я думаю, что я не буду делать вот такую же рачьим шагом, а вяжу просто обычными столбиками без накида. Ну вот и все. Теперь изделие готово. Я прошлась просто обычные столбики без накида, сделала обвязочку по спинке, по ремешку и пришила пуговку. Вот такие получились славненькие туфельки. Мне результат понравился. Очень симпатичные, с одной стороны простые, с другой стороны очень элегантные. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, делитесь этим видео в своих соцсетях, пабликах, и я думаю, что вам будет нетрудно пару слов написать в комментариях отзыв об этом видео. Желаю вам ровных и красивых петелек, до новых встреч!